Три недели осталось до начала учебного года. По всему Верхневолжью стартовали традиционные для августа проверки школ. В первую очередь оценивается безопасность объекта с противопожарной точки зрения. Подробности в нашем следующем материале выпуска. В ходе проверок особое внимание сотрудники МЧС уделяют исправности автоматической пожарной сигнализации, состоянию электроприборов, наличию планов эвакуации, первичных средств пожаротушения. Всего в Твери обследовано более 130 объектов. Это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. По результатам каждой инспекции дается итоговое заключение о готовности объекта. В настоящее время у нас прошли приемку именно все. 53 школы у нас, порядка 80 детских садов. Важным моментом каждой проверки является проведение инструктажа с педагогическими коллективами. Персоналу подробно рассказывается, как действовать во время пожара. О необходимой категории должностных лиц проверяется информация о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума. По итогам приемки образовательных учреждений к новому учебному периоду будет подготовлена информация на администрацию города Твери, а также отдел образования городской, с перечнем всех выявленных нарушений требований пожарной безопасности, необходимых к устранению. При этом сотрудники МЧС отмечают, что особых нареканий в ходе нынешней проверки ими не было выявлено. Во многом это обусловлено тем, что инспекторы Государственного пожарного надзора и без того регулярно посещают в течение года образовательные учреждения, устраивая инструктажи и проводя различного рода профилактические мероприятия.